Обращение Еревана в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном безосновательно и является попыткой властей Армении политизировать вопрос. Как передает канал 13, об этом сказал в беседе с председателем Совета министров иностранных дел ОДКБ, министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Согласно сообщению МИД Азербайджана, в субботу 15 мая Байрамов провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой и проинформировал о напряженности на азербайджано-армянской границе, отметив, что азербайджанские пограничные войска находятся на позициях нашей страны, и этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически. Байрамов отметил, что разногласия по поводу принятых мер по усилению системы охраны границ в рамках территориальной целостности Азербайджана были и раньше, но они разрешались путем переговоров с участием сторон, подписавших трехстороннее заявление по Карабаху. Руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской республики было немедленно направлено в регион в связи с последней напряженностью на границе и проведены переговоры с пограничниками противоположной стороны, заявил министр иностранных дел Азербайджана, подчеркнув, что эту напряженность следует разрешать путем политики и переговоров.